Поднимаемся на выставку «Сокровища Ярославля». Сколько лет этому крыльцу? Ну, думаю, что оно новое на самом деле. Выглядит красиво. Так, опять все ждут меня. Видимо, нужно платить деньги. Билетики нужны. А, билетики нужно показать. Да. Доброе утро. Мы готовы. А что такие двери маленькие? Такое все маленькое. Да. Смотрите, пожалуйста. У вас телефон небольшой, наверное. Из-за большого телефона? Вполне логично. Его закрыть, потому что там нельзя отрабатывать до связаться. Чуть нечаянно вы не задели. Или возьмите руки поближе. Хорошо. Вот. Удачно. Ну все, сериализация. Нас записывают. Давайте почитаем сначала. Наклоняемся, там колокольчик висит, в бывшие монашеские кельи. Тут несколько залов. Да, 9 залов. 9 залов. Потрясающе. Все, переключаюсь на веб-камеру. Мы переходим из зала в зал. Восхищены. Выставка полностью себя оправдывает. Сокровище Ярославля. Мы ходим по залам, не можем наглядеться. Картину нашли без рисунка. Это икона. Икону нашли без рисунка. Да, тут... только оклад. Почему? Не знаю. Только оклад остался. Да, остался. Thank you.
Потрясающе. Потрясающе. И с погодой опять повезло нам. Сегодня в Тулгинский монастырь будет крестный ход. Ну, мы посмотрим. Да. Мы, может быть, его услышим, может быть, мы его увидим. Если не услышим, не увидим, ничего страшного нет. Потому что на стрелку мы попадем только часа через два. А уже 10. Так, теперь мы куда? Теперь мы идем гулять.